Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1466. События дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». За 17 декабря 2019 года. Ну и наше обращение о том, чтобы кто-то помог Игорю приобрести комбайн. Эта помощь была бы большая и по делу. Он кормилец земли. Ну вот, дальше будет видно, как. Прочитайте, дальше 4 ролика про него. Ну и дальше, какая переписка между нашими друзьями собирается, называя чат по изучению Библии. Вот между собой у них разговоры идут. Полезные, но я их сохраняю для себя. Какая переписка идет? Это семикратная молитва. Как молиться? Тут кое-что маленько не так. Это Сергей или кто там взял? Мое переправили.
Ну, тут письмо Вячеслава, я опубликовал ее раньше, но решил еще раз показать. Вот он писал, Вячеслав Семенов. Большое письмо.
Я увеличу здесь побольше, сделаю не 16, а 22. Чтобы видно было. Ну вот, просмотрели, и пока хватит. А что тут смотрю? Одинаково. День как начинается, с 4:40 встаем. Потом уже часов в 9 часу. Володя уходит на работу, я тут один еще. Божусь воробьев, голубей накормить, кошек. И все на том.